Начинаем распаковку Kinetic Omni. Шла вот такая вот посылочка. Я заказывал в субботу с утра, в понедельник утром уже была на почте. Вот такая вот упаковка. Здесь опять все инструкции. Заказывал, поскольку мне нужен был USB порт. Сейчас посмотрим, где он, какие его характеристики, какое его наличие. Так, у нас есть здесь инструкция. У нас есть питание. У нас есть шнурок подключения. Он не длинный. Есть сам Kinetic. Больше здесь ничего нету. Вот находится USB порт. То есть еще раз, вот у нас есть какая-то кнопочка. Здесь 5 портов. Здесь reset, кнопка подключения. Так, и здесь у нас идет кнопочка FN дополнительная и сам USB порт.